Турция с течением времени получит 3 миллиарда евро, обещанные на обустройство беженцев в этой стране. Еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини, будучи с визитом в Анкаре, попыталась успокоить турецкий истеблишмент, высказывающий недовольство медлительностью европейских чиновников. Глава МИД Турции и на этот раз пытался возразить Могерини, указывая, что отсутствие денег сказывается на положении беженцев. Речь не идет о деньгах, которые попадут в руки турецкого правительства. Эти деньги предназначены для беженцев. И сейчас мы заняты подготовительной работой. Поэтому я бы хотела несколько погасить драматический настрой, потому что, повторюсь, решение было принято всего месяц назад, и теперь нам надо все сделать так, чтобы потратить эти деньги нужным образом. Чиновники ЕС также говорят, что намерены отследить, как Турция препятствует проникновению новых беженцев в Европу. В соответствии с планом действий, заключенным в конце ноября, Анкара обязалась контролировать свою границу и не позволять контрабандистам перевозить мигрантов в Грецию.